Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Монстры». Когда-то давно я в нее играл, называлась она «Безумные монстры», но после того, как я сделал перерыв, у меня весь прогресс слетел, и поэтому я решил начать прохождение заново. Ну что же, давай посмотрим, что у нас с тобой есть в инвентаре. Так, я могу прокачать топоры. Давай, пожалуй-ка, мы с тобой это сделаем. Улучшим еще разок. Отлично. Кстати, можно еще даже раз. Все, ресурсы у нас закончились. Можно прокачать дробовик. Делаем. Так, ну и дискошар тоже мы с тобой улучшаем. Так, друзья мои, тут еще, кстати, появился вступительный ролик. Давайте посмотрим. Как видите, дискотека. Все отжигают. Так. Нифига себе тут. Голуби все не нравится это. Ну а мы зажигаем. Так, нифига он сильный. Оу, старые знакомые персонажи. Жаба боевая. Ух ты. В наручники всех. Вот такая вот, ребята, у нас была заставочка. В общем, я так понял, все это дело не понравилось голубю. Или же наоборот, мы с вами воюем против него и, как говорится, его приспешников. Ну, да неважно, ребят, главное, что будем играть. Выпишите комментарий, хотите ли вы дальше видеть прохождение этой игры на моем канале. И если да, мы будем периодически в нее играть. Ну, а мы с тобой продолжаем кампанию. Так, дискотека. Три волны, уровень 1-2. В бой, конечно же, в бой. Так, это у нас советы. Ну, я их все знаю прекрасно. И я вижу здесь новых монстров. И также здесь новый вид оружия появляется. Так. Ну что же, у нас с вами, наверное, мы с тобой вот этого чудика возьмем первым, да? Давай дискошар. И муху будем колбасить в первую очередь. Замечательно. Так, а теперь с дробаша. Еще разок. И последний выстрел. Нормуль. Быстро и легко. Так, этот у нас, по-моему, критовик, если я не ошибаюсь. Поэтому давай мы его возьмем, да поменяем и бомбанем. Отлично. Так, иди сюда, пенек. Надо нам с тобой разобраться. Не по-детски. Отлично. Так, третья волна сейчас будет. Муху. Срочно мне верните муху. Она должна у нас получить первая. Так, а теперь уже можно разобраться и с этим домиком или башенкой. Я так и не знаю, кто это такой. Но главное, что он живой. Все, разобрали. Друзья мои, довольно все легко и просто. Но, поверь мне, это поначалу. Ух ты, новая карта, молот. Был такой молот, друзья мои. Так, получить X2. Но это, видимо, надо посмотреть рекламу. Хорошо. Но, да, друзья мои, наши, как говорится, штучки приумножились. И я получаю новый уровень. Второй. Так, у меня 600 здоровья стало. Так, получить 20 гемов. Или получить 5. Ха, давай сделаем так. Ну что, ребята, в инвентаре у нас появилось новое оружие. Это молот. Я его могу прокачать. Так, шокирует цель на 8 секунд и отменяет ее способность. Дополнительно наносит 50 урона задним целям. Конечно, улучшаем, ребята, обязательно. Неплохая, кстати, штука. Будем, наверное, ей пользоваться. И дробовик. Поджигает цель и дополнительно наносит 100% урона в течение 6 секунд. Если цель отравлена, дополнительно наносит 100% урона задним целям. Ну, согласись, это круто. Так, ну что, где у нас, друзья мои? Так, подожди-ка, а где же я выбираю то, что буду использовать, а? Это когда делается? По идее, я должен себе поставить в инвентарь. Ладно, кажется, эти умники подрались, ожидая тебя. Добей их этой взрывной штукой. Неужели мне гранату дали? Замечательно, друзья мои. Этот сдох, этот тоже сдох. И остается у нас бледная поганка. Внимание, монстры используют разные способности. Постарайся не дать им этого сделать. Естественно, друзья мои, они отхиливаются. Вот эти вот мухоморы имеют способность отхила. И, конечно же, мне это невыгодно. Добиваем. Так, ну что, с первой волной справились. Ого, башенка имеет
1200 хп, но я думаю, что нам нужно с тобой взять муху. Блин, ну ладно, пускай будет мухомор. Отлично, добиваем. Шикарно. Так, а вот и муха навозная. Мы ее тоже добили, и остается башенка. Сейчас мы с ней разберемся. Во-первых, шокируем ее, да? Так, тихо, 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 башня, не выпендривайся, пожалуйста, мне. Разнесли. Следующая волна. Давай-ка гранату бросим. Слабенько как-то. Блин, какая живучая. Какая живучая вот эта вот морозота, а? Так, муха. Пока. Так, мухомор, иди сюда. Сейчас, 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 я до тебя доберу. Он отхилился, а? Ты посмотри на него. Ну что же, рубим. И, в принципе, все. Расстреливаем. Отлично, друзья мои. Побед за нами. Новая карта у нас граната. Плюс мы с тобой зарабатываем всего лишь один гем. Да что ж так слабо-то? Ну, ничего не поделаешь, ребят. В общем, вот игра такая у нас. Я думаю, что она нам зайдет, и мы получаем с вами новый уровень. Третий. Здоровье наше увеличивается и становится 900. 900. Так, следующий у нас тут кто? Оу, мы получим с вами помощь. Вот эту вот жабу. И это круто. У некоторых монстров появляются новые способности, если их здоровье упало до определенной отметки. Да, есть такие. Например, критовики. Чтобы достать задние цели, используй мой подарок. Биологическое оружие. Это у нас улей. Я помню, ребята, его. Поэтому давай посмотрим. Ха-ха, вот так вот. А, давай гранату перебросим. И еще разок улей. Все, того скелета мы с тобой завалили. Теперь давай попробуем разнести вот этот вот замок, башенку. Я не знаю, как точно его называть. На тебе, муха. Бабах, сгорел. Так, и муху мы с тобой добиваем. Это была первая волна, вот вторая. Давай вот так вот немножко их шокируем. Так, понятно. Слушай, шаман, ты мне не нравишься. Ты мне совсем-совсем не нравишься. Надо что-то с ним делать. Так, мухомор, ну, практически. Он сейчас, кстати, отхилится. Уже не успел, все. И муха. Так, сколько у нас? Ну, здоровья еще хватает. Повторю тебе. Следующее, что первые миссии довольно легкие. Ох ты. Ну все, смерть тебе, смерть. Слышишь, ты вообще в курсе, с кем связался? Великий, непобедимый, мускулистый и горячий босс. Ты труп. Для начала разберись с его миньонами. Используй дискошар. Это я помню. Это я помню, потому что нам нужно вначале разобраться вот с этими охламонами. Раз, два. Так, теперь мухомор, который любит. Ой, зачем, зачем я сделал дискошар? Вот это я лопухнулся. Так, мухомор, лови. Нам нужно, знаешь, что сделать? Немножко шокировать их. Вот так вот. Дай-ка я, наверное, а гранату бросим. Вот. Так. Этот босс, конечно, бьет мощно, ребята. Очень мощно, но мухомор мы с тобой разбомбили. Так, а вот и босс у нас. Смотрите, ребята, вот эта шкала означает, когда он будет ходить. Мы также ему можем сбивать наши. Зачем я дискошар применил? Не знаю. Эй, выпусти меня отсюда. Да, ребята, это уже жаба, которую мы с тобой сейчас получим. Вот он. Я почти закончил с ними. Без сомнения, я нанят. Да, друзья мои, я вот не помню, что он делает, но сейчас мы с вами посмотрим. Побед за нами. Так, я получил новую карту. Даже две новые карты. Отлично. Так, ну что же, давай теперь, наверное, распределим. Распределим наши навыки, распределим. Только вот где это делается? Так, сундук. Накопление у нас пошло, да? Друг, теперь мы с тобой в одной обойме. Да, мы заходим с тобой в инвентарь. И сейчас у нас как раз вот будет эта возможность. Я буду давать преимущество в бою. Посмотри мою визитку. Да, я безусловно крут. Короче, друзья мои, вот у него какие способности. В начале каждой волны урон от первой используемой карты увеличен на плюс 16, это, видимо, при прокачке, а так на 160. И добавляет 100 урона для карт зеленого цвета. Согласись, это круто. Давай его прокачаем. Нормуль. Так, а теперь мне надо его поставить. Я вот только не помню, где эти ячейки. Где ячейки? Как его установить? Ну, ничего себе тут, ребята. Слушай, я последнее, что помню, это была вот эта вот рыбный дождь.
по-моему, вот это вот было. А акулы и вот этой вот пушки я не помню, если честно. Так, давай мы с тобой, наверное, прокачаем еще гранату для массового поражения. Так, секундочку. У нас также еще есть подземелья, но они, по-моему, сейчас закрыты. Но должны открыться вскоре. Так, жаба, мне интересно, как тебя установить? Или ты уже стоишь? По-моему, он уже у нас установлен. Да, друзья мои, у нас установлена жаба и все вот эти карты, которые в данный момент есть. Так что улучшаем улей и дискошар. Так, дополнительно наносит 50% урона всем остальным. Круто. Ну что же. А мы с тобой двигаемся дальше. Так, у нас откроется лук. Да, лук это тоже, кстати, классно. Я помню, я... Ух ты, это новые боссы, что ли? Вот этого не помню, противника. Вот такого тоже не было. Слушай, ну, видимо, они добавили сюда новых героев. Так, новый монстр, гоблин. Так, неизвестная способность. Нажми для открытия. Наносит 64 урона, отступает на заднюю позицию. Вспомнил я этого пройдоху. Я слышал, что гоблины постоянно избегают честного боя. Держи, это должно помочь в битвах с ними. И вот как раз медали арбалет. Отблагодаришь потом. Поехали. На тебе в лоб. Так, да, мы с вами две цели по бокам уничтожаем. И вот так вот. Твою ж налево. Этот выжил, а если улей? Ну что, пенек трухлявый, хочешь погореть? Будешь гореть у меня. Вот, ребята, на нем висит поджар. Видишь? Он подгорает потихоньку. Так, кажется, тебе не помешает помощь в этом бою. Для таких случаев у меня есть особая бомба. Вот она, да? Да, друзья мои, это крутая штука на самом деле. Так, уничтожаем, попробуем, по крайней мере. Раз и два. Мало, а вот так если гранатку запульнем. Отлично, ну что же, домик, пора тебе отдуплиться. Давай, топорами его сейчас. Топорами, говорю. Четенько все, ага. Блин, опять гоблин там. Давай вот так вот двоих, наверное. Хобана, хобана, ну у них зарубят. Тут уже что-то слишком много. Гранату. Так, мухомор отбомбили. Так, тихо-тихо-тихо. Улей, подбиваем этого шитика. Так, он сейчас удар сделает. Он удар сделает, да, из-под тишка причем. На тебе. Так, и добиваем этот пенек, шаман. Все. Довольно легко и просто. Так, бесплатная аптечка получить. Зачем? Мне не нужна бесплатная аптечка. У меня со здоровьем все пока нормуль. Че вы меня пугаете здесь? Сейчас попробуем разобраться с этими. Не хватает, надо лук прокачать, чтобы был достаточно сильный урон. Так, гоблин должен отдуплиться, потому что, ребята, он подгорел. Так, что, этот отхиливается, ну и фиг с ним. А мы, значит, с тобой будем разбираться тогда вот с этим пеньком. Вот у нас энергия, ребята, на наши ходы. Вот она внизу копится. Так, тихо-тихо-тихо, давай-ка еще раз. Угу, пень уничтожили, и остается мухомор. Ну, с ним нам проще... Блин, не успел чуть-чуть. Давай подожгем его маленечко, да? И из арбалета. На, на. Готов. Так, сколько тут волн-то? Эй, друзья мои, что-то многовато слишком. Так, давай-ка бросим улей. И применим арбалет. Так, и вот так. Еще бы гранаточку, и будет все хорошо. Попробуем сейчас. Блин, муха жива еще, сейчас не сгорела. Теперь ей крышка. Так, не забывайте, друзья мои, что здесь есть и боссы. И боссы довольно коварные. Вы можете посмотреть мое первое прохождение, да? Говорят, ты обижаешь моих собратьев. Ну иди же к папочке, покажи, на что способен. К папочке. Ты меня насмешить решил, а, олух? Я ведь сейчас приду. Ты думаешь, я тебя испугаюсь? Но он люто, по-моему, бомбит, друзья мои, если я не путаю ничего. Так, давай-ка улей бросим. Мне нужна граната срочная. Ох, сейчас он сходит. Хильнулся, да, все-таки противный. Так, ладно. Добиваем, наверное. Нет, не получилось пока еще. Сейчас, секунду, 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 секунду. Он убежал, да, на задний план, этот гоблин. Тогда мы ему улей бросим. И остается мухомор. Так, мухомор, как всегда, хиляется. Два выстрела.
Отлично. Так, теперь топоры. Топоры очень хорошо у нас бомбят, потому что прокачаны. И, как видишь, победа за нами, друзья. Я не знаю, должны, наверное, получить уровень. Так, новая карта лук. Мы получаем с тобой бомбочку, гемы. И это у нас новый ресурс для прокачки наших оружий. Получаем. Так, ну давай посмотрим, что нас ожидает дальше. Новый уровень. Вот это другой разговор. Вот это мне нравится. Четвертый. У нас 990 здоровья теперь. Так, можно мы глянуть? А вот, друзья мои, будет первый босс. Ух ты. А, это голубь. Этих я помню. Там уже пойдут у нас зомби. Подожди-ка, а магнит что означает? Не знаю, но, наверное, ребят, узнаем. Так, ну что? Отправляемся. Ух, слизень здесь. Ё-моё. Я помню, друзья мои, этого слизня. Так, а у нас что, энергия закончилась? Да ну, как такое может быть? Так, в инвентаре что-то есть. Ну-ка, давай посмотрим. Так, я могу жабу? Не-не. Могу прокачать наш арбалет. Так, замечательно. Топорики не хватает у меня. Так, в магазине что-то у нас тут появилось. Забрать. Опа, энергия. Так, следующее через... 20, через сутки, короче, ребята, следующий у нас ящик откроется. Так, за просмотр видоса я получу 3 карточки на жабу. Угу. Так, а что у нас в новостях? Энергия. Спасать друзей из лап злодеев непросто. После череды сражений нужно перевести дух. Сражайтесь с монстрами онлайн. Ага. Ну что же, на турнир я... Ага, тоже он пока не открыт. Блин, у меня не хватает энергии. А энергия очень долго копится, да? Очень долго копится. Ну что ж, друзья, давайте тогда мы с вами, наверное, на этой ноте остановимся. Вам более-менее достаточно показал, так что делайте выводы и комментируйте про эту игру. Кстати, у нас вот с тобой будет потом еще вот эта вещь. В данный момент есть одна бомбочка, потом будет аптечка, я не помню, по-моему, шоковая граната, и вот это у нас... антимагия, то есть мы будем запрещать им использовать заклинания. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!